Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Роман Криптомен. И сегодня у нас новый видеоролик о криптопроекте, а также бирже ByTrade. Мы сделаем обзор проекта, а также поговорим о их токене BTT, который уже прошел несколько этапов сейла и скоро будет залистен. То есть он будет уже торговаться и на других биржах. На CoinMarketCap он уже есть. Но я надеюсь, видео вам понравится. Ну а мы начинаем! Итак, ребят, сейчас мы перешли на официальный веб-сайт биржи ByTrade.io, и здесь мы видим, сразу предоставляются нам также бонусы, ребята, о которых я вам хочу сказать. Это 300 токенов BTT мы можем получить за регистрацию, а также прохождение Qs, то есть в общей сумме даже 400, потому что 150 за регистрацию, 300 еще за Qs, а также мы можем получать реферальное вознаграждение за то, что вы привели человека по своей реферальной ссылке. То есть вот такие вот бонусы. Видим сразу, что цена, по которой был публично у нас продажа, это 2 цента. То есть 1 BTT продавали по 2 цента. Массивный бонус, который был предоставлен первым 500 инвесторам тут есть. Реферальные награды вот тут. Ну, то есть это идут ивенты. Эта вкладка, это здесь все ивенты. И здесь видим, что есть реферальный вид заработка до 15 тысяч долларов. То есть награды. Ну, это... Так сказано, на самом деле, если вы можете привести как можно больше рефералов, доход от них будет идти абсолютно всегда, даже если он будет выше этой отметки, то есть если вы какой-то сильный рефералат. Также вот у них проводятся всякие конкурсы тут, о которых они также здесь постят, ну и также на своем твиттере. Вот так у них выглядит главная страница биржи, они здесь, естественно, вводят, ну, то есть gainers, losers, то есть это имеется в виду по... у кого какой курс, то есть generous, это, как вы понимаете, те, у кого вырос токен, losers, это если токен за этот день наоборот упал. Вот также есть 24-часовый оборот, который мы видим, который проходит вот сейчас по биткоину, по эфириуму, по догекоину и по остальным, то есть вот он меняется, и здесь вы можете сразу начать трейдить. То есть трейд, можно перейти на вкладку здесь trade now. Переходите, ребят, тут можно трейдить, вы можете вот любой, то есть валюты, видим, что стаканы активные тут, выбираете тут биткоин, там эфириум, остальные, то есть криптовалюты, и спокойно себе можете трейдить, то есть по выбору, если хотите выбрать монету, вот здесь видите search, просто вписываете ее название. Естественно, пока что монет на бирже не очень много, то есть на биржу пока что не залистили прям множество монет, как это сделали, например, KuCoin, Gate, там, да, или другие, то есть такие биржи, но, в принципе, все популярные токены, то есть есть там 3X, как видим, есть там, таких там, как токен TVT, там нету, но Dogecoin, ну, то есть, как вы понимаете, пока что одни из самых масштабных токенов тут есть. Вот, ребят. И можете здесь вот трейдить, открывать позицию, то есть без проблем. Вот, сразу же, если это делается, выставляете свой ордер, если хотите, открываете свою позицию и начинаете вот, то есть, инвестировать. Вот, ребята, информация по маркету, переходите здесь на маркет. У них тут сразу выставляется каждая криптовалюта с парой. Какой объем за это время был самый, то есть какая цена была за это время самая маленькая токена, какая цена была самая большая и 24-часовый объем. Потом идет 24-часовый, как видите, оборот. Вот, ну и операции. Это можно вот просмотреть здесь. Вот все токены, которые можете просмотреть, в том числе вот есть даже Axie Infinity, Token Dot, Send, то есть Send Dot, ребята. Mana, Matic, Polygon, C3X, Toycoin, Ship и остальные также тут есть. То есть можно сразу их увидеть тут. И также, ребята, у них есть тут раздел Launchpad. Тут они проводили уже их, но вам стоит обязательно зайти, потому что у них есть такая вкладка In Progress, которая имеется в виду в ходе выполнения. Когда здесь будут какие-то лаунчпады, вы сможете тут поучаствовать, то есть в них. Вот, которые проходили, были пока что в основном их, это вот BTT, они на раунды были,
третий раунд продажи и четвертый раунд продажи их токенов, то есть сколько токенов было продано. Вот, ну, также вот был у них такой вот с другим токеном. Цена публичной продажи, когда был 0.1 эфир, как видите, вот, проходили вот такие масштабные также вот проект Crypto Toys Club. То есть, как видите, проходили и с другими проектами. То есть, и если проект какой-то будет перспективный тут проводить лаунчпад, то, естественно, в этом есть смысл поучаствовать. Особенно сейчас, BTT токен вы можете получить абсолютно халявно, как я вам сказал, за регистрацию QS и то, что вы приведете реферала. Вот так выглядит, ребята, их токен на CoinMarketCap. Пока что, видите, цены нету, но они уже добавили сюда свой сайт. А свои чаты — это Telegram, Discord, комьюнити, тут Medium. Информация о их этом вы можете, если хотите, вот добавить в избранные, когда будет информация уже, когда садится, вам придет. Вот. Ну и по Trade Exchange, что сколько у них подписчиков, сколько в лив-чате за ними следят, все это можно снизу просмотреть. Вот такой у нас вышел видеоролик, ребята, о бирже ByTrade, поварили, их токены сделали, обзор. Также все ссылочки на их социальные сети, а также документы останутся в описании, так что вы сможете их просмотреть. Подписывайтесь на их Twitter, переходите в их Telegram-сообщество. Если у вас есть какие-либо вопросы, то вы можете задать их там. Модераторы и админы вам помогут. Ну, я надеюсь, видео вам понравилось. Всем удачи, всем пока!